Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить Майнкрафт. Вот, представляете, прошлую серию я записал немножко, ну, в таком не очень хорошем качестве, я только потом это заметил, когда уже зарендерил все, смотрю, а качество что-то, ну, не очень. Я думаю, что такое, почему? Смотрю в настройках OBS, а там битрейт 2,5. Я после этого офигел. Ну, на самом деле, битрейт сбросился у меня после обновления этого самого OBS, поэтому вот надо все проверять каждый раз после обновлений. Короче, такая вот ерунда. Сейчас я, конечно, все записываю с битрейтом повыше. Вот. И я сейчас буду пробовать. Посмотрим, как оно тут все запишется. Вот, пройдет загрузка. Вот, и в этой загрузке, и после этой загрузки я немножко поиграю и на записи посмотрю, как оно тут все получается. Загрузка сейчас какая-то дико быстрая происходит, уже 40, уже 50 даже процентов. А когда мы еще видели загрузку в серии, прямо вот и чтобы она полностью была. Да, короче, не знаю, если сейчас будет очень долго тормозить и я не успею все проболтать, я все вырежу. Но нет, все загрузилось. Сейчас подождем, когда кодировщик перестанет быть перегружен, когда закончатся лаги. Да, вот, выйдем на улицу, встанем на крыльцо. Я вот так вот специально повожу башкой. Вот. И проверю, как там записывается с битрейтом, нормально или нет. Ну что ж, представляете? Все нормально записывается. О, это, конечно, не обидно, что ли, получается. Так. Что мы сегодня будем делать, точнее, я буду делать в данной серии? Что-то у меня игра немножко подлагивает и фризит. Вам не кажется? Если честно, я поставил 4000 битрейта, и мне кажется, что это много. Вот, может быть, надо поставить чуть-чуть поменьше. Сейчас я это буду делать. Так, окей. Сделал 3500. Ну, что-то как-то... не очень.
Так, вот я на самом деле пришел сюда. Зачем? Чтобы проверять, тормозит или не тормозит. Да, получается, такая у нас сегодня будет проверочная серия. Да, давайте я на секундочку опять отвлекусь и опять понижу битрейт до 3000. Так, вот сейчас. Опять тормоза. Ну, точнее, не опять, а продолжается все это дело. Но, в общем, что поделать? Немножко мы, видимо, с ними сегодня погоняем. И сейчас я как раз вот эти вот 42 секунды, точнее уже скоро будет 50, а потом уже и минуту, я сейчас буду проверять, как оно все выглядит со стороны. Немножко мы, видимо, с ними сегодня погоняем. И сейчас я как раз вот эти вот 42 секунды, точнее уже скоро будет 50, а потом уже и минуту, я сейчас буду проверять, как оно все выглядит со стороны. Ну, вроде получше стало. Я надеюсь, что все-таки в итоге это будет смотрибельно. Вот, по крайней мере, сейчас я сделал небольшую серию. Вот, и я даже не знаю, что в ней делать, на самом деле. Так как она сейчас выходит. Я не понял. А, вот. Так как серия выходит не совсем по плану, и что-то мне вообще не нравится, что сейчас происходит. С одной стороны, хорошо, что я все это дело заметил. С другой стороны, это какая-то фигня получается. Вот, какая-то нагрузка пошла на компьютер. Но, ладно. Я думаю, что все сейчас будет нормально. В общем, такие вот дела. Да, на самом деле все это меня как-то немножко подкосило, что ли. Так, что мы будем сейчас делать? Мы с вами попробуем заглянуть вот сюда. Давно мы не были вот в этой моей первой шахте, в пещере, так сказать, в первой. Вот, смотрите, у нас тут комнатка. Давайте попробуем вот здесь прорубаться, да? Так, сколько тут? Давайте прям сразу ступеньки делать.
Хотя, с другой стороны, что-то мне подсказывает, что это может быть это от игры от Quake, короче. Потому что в Quake у меня, ну, вот это вот дополнение к игре Dimension of the Machine, которая... Вот. Так, сейчас. Так, вернулся. Это бывает. Ошибки у меня вылазят. Так, ладно, тут железную кирку сейчас возьмем. Будем ей все добывать. Так, в смысле, а что тут земля делает? Вот, в общем, не обессудьте, я специально сделал вот эту серию, чтобы, ну, немножко понять, что происходит. Вот, возможно, я сейчас запишу немножко геймплея и потом как-нибудь продолжу. Ну, там, перезагружу компьютер и потом продолжу проходить игру. Ну, в смысле, серию записывать. Возможно, это поможет. Может, нет. Просто как-то я начал задумываться, а что если вдруг я вообще все в плохом качестве записал. Ну, вот некоторые серии, которые я записывал. Это было бы досадно. И мне бы этого не хотелось, конечно же. Да, я, наверное, так и сделаю. Сейчас я доломаю здесь кирку свою. Железную. И мне все равно придется идти... делать новые кирки. Я как бы вспоминал сейчас, что я в прошлой серии делал около входа... А, кстати, вот и все сломалось. Около входа к себе в шахту сундуки. Все дела, но я вспомнил, что это я делал не в этой шахте. Вот, поэтому придется сейчас возвращаться домой. Ну, мне кажется, что сейчас немножко без тормозов, но конкретно для меня это, конечно, все не критично. Вот, потому что я тут немножко увлечен игрой. Возможно, я не замечаю, что запись плохо ведется. Вот, в комментариях вы можете написать, ну вот, насчет увиденного. Так, ладно, давайте сюда сейчас вот так вот делаю. Да, я, кстати, забыл. Да, слушайте, с прошлой серии, знаете, что я забыл сделать? Я забыл
Нет, это не то, что я в прошлой серии забыл сделать. Я забыл щит взять. Вот. И что еще? Так, вот железная кирка. Это самое. Так, железо. Ну, кстати, Iron Sword пускай у меня будет. Палки возьму. Что-то у меня на самом деле... Всего мало получается, да? Я имею в виду палок. Я думал... У меня их будет больше. Так, два меча железных еще сделаю. И что тут у нас будет? Давайте три топорика я еще сделаю. Ну и ладно, еще одна кирка будет у нас. Все. Так, и что еще я хочу сделать? Булыги взять. И сейчас нужно... А, нет, все нормально, 8 палок еще есть. Вот, будет у меня еще 4... каменных кирки. А, доски у меня еще есть, так что все нормально. Хорошо, ладно. Так, здесь теперь сейчас сделаем хлеб. Три хлеба у нас будет. Вот, а это мы... А, нет, еще один хлеб у нас будет. Хорошо, это отлично. Плюс один хлеб, это, конечно, здорово. Вот, пока что я... приготовился к шахтам. Вот, и... Я сделаю паузу пока что, и думаю, что увидимся мы с вами буквально через секунду, вот, и продолжим записывать серию. Так, вот я опять вернулся в игру, и я смотрю на ОБС-ку, ну тут на самом деле получше все стало, вроде как. Вот, на самом деле, получается, серия какая-то немножко странная получилась. Так, сейчас тут пока я проверяю, что тут есть у меня. Пока тут прогрузки идут. Ну, так, с тем, что у меня было вот только что. Ну, предыдущие части, вот эти вот я снимал... вчера, вот эти вот, вот эту вот минуту я снимаю на следующий день, чтобы вы понимали. И действительно, тут у меня все идет намного лучше, скорее всего, я предполагаю, я, конечно, не уверен. Все это было вчера у меня из-за вот этого квейка.
По крайней мере, с этим квейком там кто-то... А, вон он, смотрите, эндермен. Ты чё, блин? Вот он на меня напал, смотрите. Отстанет меня. Тихо. Это что за звуки такие? Страшно. Так. Где там? Где-то. Вот что он на меня быковал сейчас? Мало того, что он спер откуда-то кусок земли. Так он еще на меня быканул. И чуть не убил, блин. Не понимаю, фигня какая-то. Так, на самом деле, я уже забыл, чё, куда я ходил. Поэтому, если я сейчас приду в то же место, в которое я вроде как решил не ходить, то извиняйте. О, вот здесь вот можно, смотрите, вот здесь вот, видите, туда копал. Теперь, наверное, можно... Тихо, прогрузки. Так вот, сбил меня вот этот эндермен. Дурацкий, блин. Чё я хотел сказать? Я тут параллельно записывал... вот этот квейк первый. Ну, если вы за мной следите, то наверняка помните, что я там прохожу дополнение по квейку Dimension of the Machine. И там, короче, у меня какая-то ерунда с кодеками. В одной из серий в этом квейке я показывал, какая у меня там фигня происходит. Вот эта вот рябь странная. Вот, и... Да, по-моему, я показывал в какой-то серии, не помню в какой. Вот. И, собственно... Были у меня моменты, когда... Происходила какая-то ошибка кодеков. Вот, ОБС-ка переставала записывать элементарно, да? Ну вот, пытался начать запись, а мне ОБС пишет: ошибка кодеков. Записывать не буду. Вот, и при этом я выходил из ОБС-ки, заходил опять в ОБС-ку, и мне все равно она писала, что ошибка кодеков. Вот, это... Началось вот именно когда я начал записывать вот этот самый квейк. Скорее всего, я просто скачал какую-то сборку. Видимо. Которая там требует каких-то обновленных драйверов.
А у меня как бы драйвера давно не обновлялись. Как бы. А видеокарта у меня GT 720. Такие карты уже на данный момент даже не продаются, наверное. И если я ее начну продавать, то ее купят максимум за 100 рублей. Вот, чтобы вы понимали. Вот, и естественно, драйвера к такой старой видеокарте. Не понял. А, это я сейчас наушники приблизил. Тут просто в музыке, в композиции бочка так играет. Вот, и мне показалось, что тут кто-то что-то делает, короче. Так вот, и, собственно, вот такие дела. У меня происходит, и... Это все из-за квейка было. Все эти проблемки. И, собственно, мне... Для того, чтобы эта ошибка у меня прошла, мне приходится каждый раз перезапускать комп. Вот. Только тогда ошибка пропадает. Вот. Собственно, вот такая вот ерунда у меня с квейком. Вот. Это на самом деле... Еще одна причина, почему я снимаю Quake первый сейчас, ну, Dimension of the Machine, не так часто. Вот, по итогу две причины, почему у меня серии выходят не часто. Это сложность плюс вот эта вот проблема с записями, с драйверами, с кодеками. Вот, в совокупности все это дает вот такой вот результат. Вот, ну и, собственно, в прошлый раз после Quake включаю Minecraft, а он вот так вот лагает немножко и тормозит. Вот, сейчас у меня CPU в бейсе скачет там 36%, бывает 40, бывает 50. Вот, но при этом я не вижу, чтобы все лагало, как в прошлый раз. Вот. И да, давайте сейчас опять же сделаю, на секунду отвлекусь, посмотрю, как там с этим самым записывается с битрейтом. Вот, вроде все сносно, смотреть можно, но знаю, что есть люди, которые смотрят именно на качество. Ребята, сорян, качество у меня пока что вот такое. Вот, если кто-то хочет меня поддержать, помочь накопить денег на компьютер, вы это можете сделать. Вот, это не попрошайничество, просто говорю, что у вас такая возможность есть. Вот, а то начнут вот, попрошайничаешь, все дела. Короче, ладно, я тут продолжу копать. И я надеюсь, что мы до чего-нибудь докопаемся. Под словом что-нибудь я... Имею в виду алмазы. Так, и F3, что у нас? А, вот, X, Y, Z. X, Y, Z. Да, 40. Высота 40. Нам нужно ниже. Если надо ниже, будет ниже.
Так, ну, на самом деле, капельку есть такое, что притормаживает, но лично для меня терпимо, как бы это все не звучало, скажем так, эгоистично. Вот. Как бы могут сказать сейчас, типа, раз тебе нормально, вот и играй без записи, типа. Вот. Вот, ну как есть. Как есть, короче. Я надеюсь, что все же есть подписчики, которым немножко все равно, как у меня тут по качеству получается. Главное, чтобы людям нравилось вообще то, что, во что я играю, то, как у меня это получается. Вот. Так, тихо. Так, ну что, я тут опять прокопал вниз. Где у нас? 30. Еще надо. Еще глубины. Богу глубины. Так, еще, знаете, раз, два. Три, четыре. Все, так нормально. Сейчас тут поставлю свет. И кого? И продолжаем копать. Мы тут шахтеры временно. Да, нет ничего постоянного, чем временное. Мы уже временно этих алмазы найти пытаемся, но вместо этого вон железо находим, да? Ничего тут нет. Да, слушайте, нормально так. Все правильно прокопал на ступеньку ниже. Так, вот это не понимаю, что это такое. Земля это. Это земля. Как знаете, сразу вспоминается пиратская тема, когда плывут пираты долго. Землю хотят увидеть. Ага, уже камень пошел. А с чего вдруг тут земля появилась? Я не понимаю. Камень же должен быть тут. И другие минералы. Так, допустим. Вот я тут, кстати.
О, гнилую плоть ем, прикиньте. Когда у меня есть нормальная еда в виде хлеба с картошкой. Картохой жареной. Так, F3 пока нажимаю. 18. Ну, значит, еще чуть-чуть прокопаем вниз. И, возможно, мы там что-нибудь найдем. Знаете, что тут не хватает? Тут не хватает света. Не понял? А, ты в музыке, наверное. Да, у меня такое бывает. Я же тут типа с музыкой записываю. Между прочим, тот же самый канал на Ютубе, под который я стримлю. Крирес называется. О, вот они ресурсы. Вот, видите, что я нахожу? Алмазы где? Где алмазы? Алмазов нет. Так же нельзя. Понимаете? Я тут хожу, копаю, серии записываю, да? Уже не первую, между прочим, серию, где я реально ищу алмазы, а их все нет. Так, здесь мы сейчас сделаем спуск. Да, как тут и... О! Вот, пожалуйста. Уголь. Зачем мне уголь? Не, уголь, конечно, это тут дело полезное. В хозяйстве пригодится, но мне же алмазы нужны. Можно ли этот уголь спрессовать очень жестко, чтобы из него получился алмаз? Ну, типа, знаете, под пресс положить, насколько я знаю. Я могу ошибаться, конечно, это может быть фигня, но я где-то такую информацию услышал, что прессуешь уголь под давлением, или он сам как-то прессуется, да, и получается алмаз. Так, вот эти вот ступеньки я уберу, чтобы тут не было у нас прыжков всяких. Так, вот мы отсюда идем, 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 вот так. Так, вот здесь вот, давайте вот так. Вот так. А, все, да? Спустился, куда надо спустился. Так, и чего? F3 нажимаю. Вон, 13. Ясно. Так, главное, обратно можно войти? Да, можно и сюда подняться, можно и обратно. Так, кушать пока
персонаж у нас не планирует. О, Редстоун, здрасте. Возможно, я реально сейчас до чего-то докопаюсь, до интересного. Посмотрим. Очень хочется много чего выкопать. Например, алмазов много, чтобы было, да? Я почему так часто говорю про алмазы? Потому что я очень хочу алмазы найти. Я теперь прекрасно понимаю школьников, которые орут, когда их алмазы уничтожаются в лаве, например. Это же жестко, это же детская травма у них на всю жизнь. Вот я взрослый человек уже немножко бомблю на то, что алмазов нет. А тут дети, блин, еще не сформировавшиеся люди, у которых еще психика и не окрепшая. И тут бах, и алмазов нет нифига. Ну, точнее есть, но в лаве пропадают. Так долго их доставали, а раз и нету ничего. Опа, сейчас. Чуть-чуть почесался, надо мне было почесаться. Это, знаете, когда что-то нашел классное в игре, и в этот момент что-то такое происходит отвлекающее, да? Отвлекающий маневр от организма. Там почесаться, еще что-то сделать, подтянуться. А, кто-то там сказал, что I'm so sexy. Хорошо, спасибо. Очень приятно слышать. Играя в Майнкрафт. Кстати, опять вот эти вот камешки темные. Вот этот гром, который я в наушниках слышу. Почему-то что-то мне подсказывает, что, возможно, это в игре происходит. Потому что-то очень часто слышу сейчас эти раскаты молнии. Но, скорее всего, это от музыки. Я надеюсь, вы это тоже слышите. У меня, кстати, сейчас закончится каменная кирка. Это не очень приятно. А дерева-то у меня сейчас с собой нет. Ой-ой-ой, немножко напугался. У меня тут стоит просто кружка металлическая. Ну, знаете, которая тепло типа сохраняет. И она иногда издает такие звуки, когда туда горячую воду наливаешь. Ну или чай горячий.
Вот, иногда это происходит неожиданно, и это пугает. Я слышу зомбей. Вы же тоже слышите это, да? Вот, блин, если бы у меня была сейчас мини-карта. Так, давайте я все это дело подберу. Видимо, я куда-то сейчас докопаюсь. Неизвестно куда. Непонятно. Но если я слышу зомбей, значит тут где-то обязательно есть какая-нибудь пещера или шахта. Не вижу нифига. Так, F3. Минус 14 уровень. Минус 14. Это что такое? А, о. Давайте просто тупо вперед вводим. Это, видимо, прогружается игра. Так, это какой-то этот самый, да? Да, ляпис лазурил. Блин, у меня теперь, знаете, ассоциация с ляписом. Ну, во-первых, ляпис Трубецкой. Вот. И ляпис из вселенной Стивена. Там был такой персонаж, короче, которого тоже звали Ляписом. Так, давайте я все, возвращаюсь обратно. Потому что у меня очень много добра, и надо его свалить куда-то. Я не знаю, может быть это лаг такой, скорее всего. Ну, когда мир прогружается, да? Вот как у меня это было. Так, я куда-то не туда забрался, да? Вот, да, землю помню. Вот, но там вы тоже видели, наверное, всякие зомби стоят. Стоят всякие зомби, и мне кажется, что это значит, что я куда-то дошел. Так, булыжник. Я не могу пройти мимо булыжника, потому что чем больше булыжника у меня, тем, соответственно, больше у меня будет каменных кирок. Так, тихо, выбираю сразу меч. Так, дверь у меня в доме открылась. Открыта, точнее. Я надеюсь, что ты просто я забыл ее закрыть. Так, здесь сразу вот так. И, а, подождите. Вот, жарься.
Да, вот голд еще нужен. Нужно пожарить. Давайте вот это вот возьму. Так, вроде как 4 клетки у меня тут есть. Не понял. Да, их я просто тупо не взял. Просто тупо не взял с собой уголь, прикиньте. Я, конечно, молодец. Так, и здесь. Раз, два, три. Сюда 11. Сюда тоже 11. И сюда 11. А сюда 10. Вот, теперь. Вот, пожалуйста. Здесь. Дайте гранит. Не жарится. Хорошо, понял. Андезит не жарится. Таф, что? Такое, Таф, ты жаришься? Так, тебя жарить не буду, тебя тоже. Ну, давайте вот так вот. Ну-ка. А, и вот тебя вот сюда. Так, я на самом деле не помню тут, как обращаться с гранитом. Ну-ка, а что такое таф? Что мы из тебя можем сделать? А ничего. Я, конечно, английский не знаю. Я после серии посмотрю, что это значит, как это с английского переводится. Так, вот это вот так. Вы посмотрите, сколько у меня тут булыжника. Так, это я забираю. Вот так. Это тоже забираю. Так, может быть. Так, давайте я так сделаю. Где? Ладно. Сделаю. Вот, сундучок. Сундучок, значит, сделаю. И в этом сундучке, в этот сундучок, я его. Сундук. О, я, кажется, вот слышите вот эту вот композицию сейчас. Я даже потише сделаю. Вот, она у меня даже есть ВКонтакте, на моей странице. Кстати, подписывайтесь. Вот, это Marble Paws, по-моему. Polygon Dreams, по-моему, называется. О, очень классно. Короче, я не думал, что сейчас я услышу одну из моих любимых композиций.
Так, короче, все, весь булыжник я вот сюда перетаскиваю. Не понял. Вот. Буду делать из него камень. Так, вот место бы хоть... Да, давайте я... Ну, хотя, да, вот так вот. Вот, и один булыжник лишний остался. Вот, и наверняка вы именно вот эту композицию слышали у меня в каких-нибудь других видосах. Может быть, в моем единственном обзоре. Ну, или в подкастах. Собственно, вот. Офигеть. Вы прикиньте, кайф какой. Так, хорошо, пускай все это жарится, продолжает. О, кстати. Кстати. Так, 5 атак, 6 атак. 1,6 атак спид, хорошо. Кстати, может быть, мне сейчас нарубить деревьев надо. Потому что всяких досок у меня будет мало. Вот. Да, давайте я сейчас сделаю следующим образом. Ну хотя вот, пускай 16 елок посажу. Тихо. Вот где-нибудь. Вот, посадил вообще на отвали, скажем так. Так, я сейчас подумал, где мне еще нарубить. А, вот, я, кажется, знаю где. Так, вот сюда мы запрыгнем. Будет, кстати, очень хорошо. Я тут и место свожу, и надо бы еще дом себе нормальный сделать, а то живу в коробке. Почти как бомж. Так, пускай тут... Ну-ка, я запрыгнуть. Есть, смог. Наверное, вы слышали вот это вот сильное нажатие на пробел. Бывает, у меня просто это самое, кончиком пальца зажал. Он соскользнул. И все. Подождите, я могу и вот это дерево тогда уж срубить. Так, окей. Так, по чуть-чуть мы будем все отрубать.
листва потом она сама упадет. О, смотрите, две елки уже выросли. Ну, собственно, я их и сейчас и срублю, чтобы они дали возможность вырасти другим елкам. Да, я думаю, что пока что я на этом серию остановлю. Да, остановлюсь. Чуть-чуть покопали этот самый. Как его? Шахту свою. Немножко порубили деревьев. Вот. Мне бы еще запомнить. Куда я там в своей шахте пошел. Да, сейчас я по так, а куда я иду? А где я срубил? А, вот. Да, сейчас какие-то прогрузки идут. А, кстати, можно и вот эту вот землю еще убрать. Ой, мне на самом деле и земли вот этой лежит в инвентаре, блин. Фиг знает, куда ее девать. Но на самом деле я знаю. Я, наверное, уже это говорил. Прикиньте, придет какой-нибудь крипер. Взорвется, тут воронку оставит. А у меня земля есть. Которую я смогу эту воронку закопать. Как бы и все нормально будет. О, тут, кстати, палки сами делаются. Как удобно. Я помню, играл раньше в Майнкрафт, в более ранней версии. Тут эти палки, они вот так вот сами по себе не делались. И листва вот таким вот образом сама не пропадала. Приходилось листву всю эту вручную выбирать. Вы прикиньте, в какую раннюю версию я играл. Так, хорошо. Почти один стак. Почти один стак дерева у нас. Давайте я все-таки это все доломаю. Так, сам сломается. Хотелось бы посмотреть в реальной жизни вот на такие вот кубометры листьев, висящих в воздухе, да? Так, ох, я сейчас лес тут высажу. Я ж потом все это дело не срублю нафиг. Все. Еловый лес будет у меня скоро. Так, теперь что делаю? Там проверил, вроде ничего. Так. А тут у нас что? Ух ты, нифига.
Так, здесь, значит, берем. И сюда кладем, сюда кладем, сюда кладем, и сюда кладем. Раз я тут решил сделать, ну, булыжника у меня, смотрите, сколько много. Давайте я тут, знаете, сделаю менеджмент вещей. Ресурсов, точнее. Так, булыга есть. Земля русская есть. Вон как много. Так, гранит науки тоже есть. Так, стон сюда, диорит это сюда, андезит сюда и гравий. Все. И вот это вот магма, блок магмы, теплый блок магмы. Так, палочки сюда. Ну, кстати, вот, кстати, тут можно вот эти вот блоки готовые, ну-ка, сюда приложить. Так, ладно, пускай, пускай, ну, вот тут все теперь. Так, ну что ж, ладно. Здесь я все сделал. Теперь быстро бежим к себе в шахту. Так, а куда? Я, по-моему, здесь. По-моему, я здесь все это делал. Подождите. Куда я пошел без каменных кирок? Да, вот из-за того, что я тут это самое... невнимательный, у меня серия сейчас еще чуть-чуть продлится, короче, да? Так. Закрою дверь, чтобы оттуда никто не выходил, никто туда не заходил. И смотрите, я забыл закрыть дверь. Тихо. Так, шо, куда? Вот так. Палки где? Палки вот. Да сейчас дофига сделаю. Я думаю, что вот 8 штук мне с собой хватит. Все, теперь булыжник сюда, палки сюда. Вот, и... А, кстати, нет, палки рано пока, 11 палок возьмем сейчас. Вот, сейчас мы сделаем себе, вот что мы сделаем себе, все. Ну, все понятно. Так, давайте
вот так вот ляжем, чтобы ни на кого не нарваться там, да? И прибежим быстренько в этот самый, в пещеру свою. В свою пещеру, в то самое место, где мы остановились, и в котором мы, с которого мы с вами начнем следующую серию. По-моему, сюда нам надо. Блин, из этих подлагивней немножко дезориентация происходит, у меня, по крайней мере. Да, все нормально. У меня с записью. Так, куда я? Сюда? Да. Прикиньте, запомнил. Так, вот, да. Здесь и здесь. Короче, вот. Вот на этом месте я заканчиваю данную серию. Я надеюсь, что она по итогу получится смотрибельной, потому что тут графон, скажем так, получается не очень из-за того, что я битрейт менял. Вот он будет то хороший, то плохой. Ну, по крайней мере, вы знаете, что тут происходит, короче. Собственно, вот. Это была игра Майнкрафт. С вами был Однорукий Борис. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока. Thank you.